где был Даниил, когда Анания, Мисаил и Азария не поклонились истукану и были брошены в печь? Очень хороший вопрос. И я вам отвечу на него с полной как бы уверенностью. Он был занят государственными делами. Насколько я помню, там было 127, Ира, проверь. 127 областей, это было у Ахашвероша, да, книга Эстер. Ну, у Навуходоносора, я думаю, тоже было много. То есть у него была довольно большая территория, это же была империя. Поэтому Даниил, будучи человеком, облеченным во власть, просто в это время был в отъезде по государственным делам. Поэтому, когда он вернулся, у него были свои там испытания, и другие. С ним по-другому там пытались разобраться, но тоже ничего не получилось. Ответ простой на самом деле. Даниил был не на месте, не в столице, он был в отъезде по государственным делам.